Всем добрый вечер. Я принц Калаф. Не слышу вас. В Пекине повстречал приветливую душу, затем в Софии две, а после трех в Арагви. Но здесь столько талантливых, приветливых людей, что я открою тайну. Я жду принцессу. Сердце замирает. Божественная красота и странная без меры. О конкурсах красавец не мечтает, в круизы ни ногой. Все задает загадки, как листьев с Якубовичем на смену. Но вместо утюгов и кофемолок, которыми одаривать те любят, принцесса мне желает каждый раз снести башку. А я с настырностью маньяка ее загадки все гадаю. Гадаю уж 200 с чем-то лет, и все талдычу смерть или турандот, смерть или турандот. Ну, я как бы, я говорил глобальных, поэтому, фильмах и о глобальных проектах, а мой фильм, который так получилось, что я выступил и в качестве автора сценария, режиссера, исполнителя главной роли, это фильм... я как бы доделывал или реанимировал фильм... Мой фильм называется так. Шокирующая, остросюжетная мелодрама, эротический мутант только для мужчин старше 16 лет. Только не по яйцам. Хорошо. Ну, Рэмбуда. А может, потанцуем? Сюда. Идем на таран. Мадам, сожалею, что не увидел вашего оргазма, но мы еще встретимся. Тебе хорошо. И последний раз. А теперь лежи здесь. Фу, как грубо. Кто следующий? Ну, Рэмбо, тебе пизда. Я сделал этот фильм, но почему я не стал о нем говорить? Потому что как бы я отношусь к нему как к ступени, именно вот к ступени, к следующему, к продолжению. Потому что говорить серьезно об этом фильме можно будет тогда, когда я сниму вторую серию от начала до конца сам, и когда в этом будет присутствовать как бы от начала до конца моя философия, мое мировоззрение, мое понимание этого мира. А понимание таково, в данном случае кинематографа, что нужно делать и говорить о самых как бы глобальных вещах, о самых духовных вещах, но говорить так, чтобы это было интересно огромному количеству людей. Вот это та задача, которая как бы очень часто отвергалась вообще в советском искусстве, не в советском, а вообще как бы в элитарном искусстве, когда говорили, если это что-то духовное, значит, это толпе непонятно. Если художник как бы себе такую задачу ставит изначально, он никогда не добьется. То есть, что ты поставил себе целью, то ты и добьешься. Кстати, американцы в этом смысле доказали то, что лучшие их фильмы, это фильмы и духовные, и кассовые одновременно. То есть, потому что они сделаны так, что человеку любопытно смотреть. Они высчитывают все, они все учитывают это. Вот моя задача снять как бы продолжение. Фильм будет называться «Супермен по неволе», часть вторая. И там уже будет как бы совершенно, на совершенно другом уровне, я имею в виду духовном и зрелищном тоже. Но это зависит, к сожалению, не в большей степени не от меня, а от того, как распорядится Господь Бог, как распорядится судьба, потому что сейчас мой фильм увезли в Чехословакию и в Германию, и я ищу там партнеров, поскольку у нас пока не существует цивилизованного рынка, и фильм, о котором мы говорим, вот он 5
5 на первом кинорынке, вот 5 регионов купили фильм, а на следующий кинорынок я когда выставил картину, все подходили и говорили, да, смотрели на видео, смотрели. У нас уже прошло по кабельному телевидению или на видеокассетах. То есть фильм был украден, как многие наши фильмы, распространен на видеоносителях, на видеокассетах. И кто хотел, тот его посмотрел. Естественно, уже на официальном кинорынке его не покупают, потому что он не принесет как бы коммерческого кассу в силу того, что уже многие смотрели эту картину. Вот пока у нас не будут приняты цивилизованные законы, что касается и кинематографа, и вообще экономики, и не будет нормального, возрождения, истинного возрождения. Хотя я еще раз говорю, я в этом деле оптимист, и я глубоко верю в то, что оно наступит. И ради этого я и живу, и я как бы встречаюсь и вижу, кто сейчас рвется и к власти, и все. И я все прекрасно понимаю, что это многие люди, у которых тугие кошельки, которые называют даже себя, не стесняясь, бандитами. Но я всегда говорю так, что это путь, который проходили все страны. Все, как бы, первоначальный жестокий капитализм, потом развивается, потом кто был дед Саввы Морозова, дед Бахрушина, прадед, будем так говорить, Саввы Морозова. Бандит был разбойник с большой дороги, который был нахрапистый мужик, сильный, волевой, мог подчинить себе людей, мог настоять на своем, но внук его уже начинал задумываться, куда девать деньги и вложить, естественно, в дух, потому что это превыше всего. Вот я, понимая о том, что бандиты рвутся к власти, как бы люди богатые, я прекрасно понимаю разницу между теми, кто сейчас, допустим, власть, или кто был. Разница в том, что те были полными атеистами, эти, очень многие носят крест на груди, хотя это ни о чем не говорит, но в разговорах с ним, когда говоришь, они поминают Господа Бога не просто как словословие, а понимают. То есть разговор уже идет на том, что я понимаю, что если я согрешу, то это отольется или мне, или детям моим, они говорят, нас может наказать, и поэтому они уже выбирают, они уже пытаются идти на компромиссы, они уже пытаются находить какой-то новый путь, а не террора, а не кровавый. И в этом вот разница между бандитами, теми, которые были и которые сейчас будут у власти. Я прекрасно понимаю, что это реальность, с которой кто-то не хочет мириться и будет восставать против этой реальности, и будет проливать кровь, которая отливаться будет только кровью, потому что насилие рождает только насилие. Я к этому пришел, я сам был когда-то революционером, только с обратным, как бы, в другом лагере, антикоммунистом, антибольшевиком, антиленинцем, и я мог, вспоминая себя, я и песни у меня были, доходили уже до того, что мог поднять как бы против коммунистов оружие. Уже был на такой грани. И чем это закончилось для меня, я прекрасно знаю. Но вот, чтобы не быть голословным, песня «Фантазия» воображенного атамана «Вольных казаков». Песню я написал в 87-м году, по тем временам это было очень круто. Побывал я тогда, премьера состоялась в Прибалтике, поскольку здесь мне просто закрывали концерты из-за этой темы, а там как бы было поболее свободы, но и они были перепуганы. А песня вот такая. Слушай, братцы, ходят слухи, будто на Руси развелись, как будто мухи, люди ереси. Говорят они о мире, сами что чуть нож, чтоб заставить жить в сортире нас ядрёно вож. А их главный, лысый и картавый, царский род весь перевел в холодец кровавый. А их главный, лысый и картавый, продал душу дьяволу со своей оравой. Ой, ох, ох, большевизм подвох. Че? Если будет че? С ними демоны и черти, точно, видишь, как зовут. А с нами Бог! Слушай, братцы. Ходят, что значит давным-давно не петь? На любовь перешел, понимаешь, к любви, да, а такие хулиганские песни давно не пел. Сейчас. Слушай, братцы,
комиссары, во, сейчас пульнуть свинцом. В этом гребаном кошмаре будем молодцом. А чтоб антихристово племя пало на Руси, нам у Господа есть время слезно попросить. Ой, Боже, Боже! Боже, Боже, нам уж не поможешь, но не дай детяток бить звездами по рожам. Ой, Боже, Боже, нам уж не поможешь, но не дай детяток бить звездами по рожам. Ох, ох, большевизм подвох, с ими демоны и черти, а с нами Бог. Слушай, братцы, как живется вам на небесах? Посмеяться, кому хочется, стройся на рысях. Нас архангел всех проводит на полсуток в ад. Ой, посмотреть, как там уроды, блин. Ленинцы кипят, а и главный, лысый и картавый, царь сковородку языком лижет очень справно. Кушай, Ленин, кушай, а мы вольны души, только Богу и святых, только Бога и святых будем вечно слушать. Кушай, Ленин, падла, кушай, а мы вольны души, только Бога и святых будем вечно слушать! Ну вот, это как бы такая ретроспекция, что ли, в мое прошлое творчество. Хотя я-то хотел прочитать стихотворение 83-го года. Это не те, кто нужно, в руль врастили лапы, улыбкой сытою смеется мавзолей. Живут себе под храпы кичащихся свободою статей, аборты делают родителям движения передовых заточеннейших струн, едят друг друга и под гимновое пение раскрашивают звездами. О, сколько их, но строчки, я к чему говорю, террористические были, о, сколько их живых прогнивших трупов, и не пора ли поиграть десантным группам? Это был 83-й год, я написал это стихотворение, как бы доходя уже до того, что нужно вообще браться за оружие против коммуняк и против всего. Но потом, угодив и в сумасшедший дом, как бы угодив, меня насильно туда запрятали, потому что я выходил на площадь и пел свои антикоммунистические стихи и песни, как бы я стал более, что ли, философски относиться, то есть я вдруг в какой-то момент понял, что, ну, впрямую, вот насилие как бы мое, такое, выход. Пошли на насилие. Как? Вызывает ответное. Да, вызывает ответное, и не потому, как бы, там взял там Библию какие-то, у меня брат старший, благо, Сергей Джигурда, на 5 лет старше меня, и тогда, когда это не было совершенно модно, он читал, и мы с ним разговаривали по этому поводу, то есть, как бы, на бытовом уровне это подтверждалось. Ну, как, в принципе, да, идет, допустим, ну, говорите, на улице идет пьяный человек, вот идешь ты, подходит на тебя и говорит, ну, дай мне там, дай закурить, или ты, и... Зависит от тебя. Ты можешь как бы войти с ним в агрессию, в опалу и сказать, ну ты, козел, ты чего хочешь? И пойти на такой же, да, и кроме агрессии нет. Или сказать, ну, дорогой, ну, выпил, ну, нормально, все хорошо. Ну, с каждым бывает, мы с тобой одной крови, мы с тобой братья, да, все. И сразу человек по-другому. И очень, и вроде и мирно ситуацию разрешили, да. А из этого, вот, того, что не подумать и не повести себя так, как подсказал и Христос когда-то, и вообще все это старо. И в 10 заповедях есть. Формула очень простая. 10 заповедей очень просты. Исполнять их очень сложно. Поэтому я сейчас нахожусь на стадии как бы перехода в совершенно другую, что ли, философию понимания. Даже не в христианскую, потому что для меня христианство во многом очень ортодоксально. Христа, да, я поклоняюсь Христу, я верю в Христа, я верю в существование некой высшей энергии, доброй, которая управляет миром и которая не может, и которая дала людям свободу проявления. То есть делай, что хочешь.
Мы тебе подсказали, мы, Сын Божий, Христос, и как бы и в других религиях, другие, показали, что нужно делать, как жить, чтобы существовать в мире в любви. А ты вправе выбирать. Если человек не принимает это, он наказан не Господом Богом. Меня всегда как бы я коребило, когда говорит, Господь накажет, Господь не наказывает. Господь отворачивается от человека. Это как добрая энергия, которая, если человек что-то делает плохое, она просто от него отходит. Знаешь, как если ты там пацифист, если ты добрый человек, и все, идешь, и видишь, к тебе вот подходят так же и пытаются с тобой вступить в драку, все, ты просто отходишь от этого. Говоришь, ребят, я не хочу с вами, не потому что ты боишься, а потому что ты не хочешь насилия, и ты разворачиваешься и уходишь. Точно так же и Господь Бог, понимаешь, что если человек не идет по пути, предложенному Господом, и не выполняет эти заповеди, Господь отворачивается и уходит. И тогда приходит к человеку черная энергия, так можно назвать сатаной, дьяволом, там, разрушительная энергия, которая его начинает разрушать. Все очень просто. Поэтому спасение только в вере, спасение в... А вера, она в чем выливается? В поступки. Потому что очень многие верующие люди, как бы ортодоксальные опять, не только христианство, и мусульманство, и многие другие, начинают спорить о том, какая религия важна, какая права, кто больше прав. А на самом деле все очень просто. Как ты живешь? Что ты делаешь? Могут тебе люди, с которыми ты живешь, сказать о тебе плохо или хорошо говорят о тебе? Что помнят о твоей жизни? Хорошие поступки или плохие? Вот это вера. Во что веришь, то так и живешь. А, к сожалению, сейчас очень многие как бы проповедуют одно и говорят одно, делают совершенно другое. Ты можешь не говорить, ты можешь не ходить в церковь, ты можешь никто не будет видеть. Это твое взаимоотношение с Богом и наедине, и в Библии неоднократно об этом говорится, что не на показ, а дома. Это нужно человеку. Он обращается к Господу, и если он обращается искренне, ему Господь помогает. И я на себе это как бы проверил на себе, потому что мой вот этот путь будем так говорить, от мальчика лирического, который пел лирические песни, и потом, когда взял в руки я гитару, я рос на песнях Высоцкого, но сам сочинял только лирические песни. 79-го года, особенно 80-й, толчок, телесная смерть Высоцкого дала мне такой толчок, что я стал писать социальные песни. Потом я прочитал 13-томник Маяковского, у меня съехала крыша, я стал революционером. Ваше слово, товарищ Маузер. Ну и что, только не в коммунистическую сторону, а в обратную. Но все равно ваше слово, товарищ Маузер. А вот потом я говорю уже Есенин, Высоцкий, Галич, Акуджава. Но об этом можно говорить долго, и я думаю, что, к сожалению, вот этим и отличается, не то, что к сожалению, а этим и отличается искусство от философии, от болтологии, от болтовни. Можно говорить на эту тему долго, а можно спеть песню, которая гораздо ближе и понятней миллионам людей, чем я и пытаюсь заняться. Я, кстати, бывает, я знаю за собой этот грех, говорить долго, потому что моя профессия писать, петь песни, где уже формула есть, и в короткой этой формуле говоришь то, что хочешь сказать. Вот если мы говорим будем говорить Новый год, и то, что я сейчас, я записал лазерный диск «Лунная женщина», лирические песни, и вот после Есенина я буду делать тоже второй диск лирических песен, потому что я боготворю женщин. Благодарю женщин за то, что они вообще есть и будут, и пытаюсь как бы подарить эту любовь женщинам, в отличие от того, от той, как мягко сказать, педерастии, которая, к сожалению, заполняет наш экран, заполняет нашу литературу, заполняет, мало того, что заполняет, пусть они себе втайне там вправе делать все, что они хотят, но когда они это прославляют и говорят, что это вообще выход, и мне смешно на это смотреть, и я понимаю, что это ненормально. Ты можешь любить кого хочешь и как хочешь, но, опять-таки, Бог сотворил мужчину и женщину для того, чтобы они любили друг друга. Вот гимн женщинам можно назвать следующая моя песня. Такая.
вас. Я вас люблю. Как можно быть счастливым, не видя вас и ваших милых черт? Вы можете душевным переливом в любовь перевести невинный флирт. Умеете вы душное застолье заставить пить волшебные мечты и откровением пары фраз не более. С ума сведете каменных почти, с ума сведете каменных почти. О, женщины, как сладки и горьки воспоминания. Женщины, посланницы таинственных планет, как жизни темна без вашего дыхания, так счастлив я, познав ваш дивный свет. Как жизни темна без вашего дыхания, так счастлив я, познав ваш дивный свет. Я вас люблю, я нахожу отраду в движении ваших думающих губ. Я объявляю вечную осаду, иногда бываю слишком груб, но я целую их, как богомолец, и кажется, их только отними, погибнет все без этих вод. Виновниц для всех мир станет и черен, и немил для всех мир станет и черен, и немил. О, женщины, как сладкие и горьки воспоминания. Женщины, посланницы таинственных планет, как жизни темна без вашего дыхания, так счастлив я, познав ваш дивный свет. Как жизни темна без вашего дыхания, так счастлив я, познав ваш дивный свет. Я вас люблю, я вас люблю. Я пленом этим полон, но гибну в нем, не зная ваш ответ. Нисколько не стыжусь, что все эти бойман, но задыхаюсь без ночных побед. Не убивайте же меня неверным словом. Надежды подарите привидение. Я вас люблю. Как можно быть здесь новым, чтоб хоть на миг отсрочить поражение? Я вас люблю. Как можно быть здесь новым, чтоб хоть на миг отсрочить поражение? Воспоминания, женщины, посланницы таинственных планет, как жизнь темна, без вашего дыхания, так счастлив я, познав ваш дивный свет, как жизнь темна. Познав ваш дивный свет, женщины, как сладки и горьки воспоминания. Женщины, посланницы таинственных планет, как жизнь темна,
счастлив я, познав ваш дивный свет. Чувствую, дышу и хорошею. Вдруг тоска свиная, звериная тоска, и злоб час мне бросилась на шею, и я ее и знать не знал. Меняем города, она мне шепчет: так ждала я. Как теперь? Куда теперь? Зачем да и когда? Сам связался с нею, не желая одному идти, куда ни шло, еще могу. Сам себе судья, хозяин, барин, впрятся сам я в место коренного под дубу. С виду прост, а изнутри коварен. Я не клевещу, подобно вредному клещу. Бился сам себя, трясу за плечи, сам себя бичую я и сам себя хлещу. Так что никаких противоречий. Чем не бичу и ночью бац со мной на боковую. С кем-нибудь другим хотя бы ночь переночу и гадом буду я, не приревную. Судьбу, коль сумею, с виду палачу, пусть дернет на рею, пусть дернет на рею, пусть дернет на рею. А я заплачу! Я в Екатеринбурге был, Саша Новиков устраивал концерты, как бы такие, как мне очень нравились они, потому что он приглашал именно как бы певцов мужчин. Вот то, о чем мы говорили выше. Поэтому я банален буду в своем пожелании. Я в последнее время желаю только любви, терпения и понимания того, что все зависит от нас. И все зависит от того, что мы делаем на этой земле. Если мы раздражаемся, если мы высказываем претензии своим близким, или своим друзьям, или своим врагам, то, значит, мы услышим эти претензии от них же, в свою очередь. Все в душе человека. А пожелать любви и уже банальные строчки, я их часто очень цитирую, потому что они мне очень нравятся. Я их написал лет 5 назад. Они так звучат: любовь. Любовь есть музыка веков. Любовь есть музыка прощения, где нет границ и берегов, а есть бурлящих снов течение. Любовь есть музыка судьбы, любовь есть музыка разбега и отрывание от земли и вечное великое падение в небо. Вот этого падения и падать как можно чаще, глубже, и не одному, я желаю и екатеринбуржцам, и в принципе всем людям. Эх, и никто не заметил, что да. После спектакля. Да.
вечер зачатия я помню не точно, значит, память моя однобока, но зачат я был ночью порочено, и явился на свет не до срока. Я рождался ни в муках, ни в злобе, 9 месяцев это не лет, первый срок отбывал я в утробе, ничего там хорошего нет. Спасибо вам, святители, что плюнули, додумали, что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, теперь почти блинные, когда в 40 огромные брели этапы длинные, их брали вновь зачатия, а многих даже ранее. А вот живет же, братья, моя честная компания. Ходу, ну, мужики, резвые, ходу! Слово, строченьки, милое слово! Первый раз получил я свободу по указу от 38-го. Знать бы мне, кто так долго мурыжил, отыграл с собой на подлице. Но родился и жил я, и выжил. Дом на первой Мещанской в конце, там за стеной, за стеночкой, за перегородочкой, соседушка с соседочкой баловались водочкой. Все все жили вровень скромно так. Система коридорная на 38 комнаток. Всего одна уборная, здесь на зуб суп не попадал, не грела тело гречка. Здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка. Не боялась сирены соседка, и привыкла к ней мать понемногу, и плевал я здоровый трехлетка на воздушную эту тревогу. Да не все то, что сверху от Бога, и народ зажигалки душил. И как малая фронту подмога, мой песок и дырявый кувшин, и вилла солнце, стрелу час, пользовали крыш просеяна, наивно Ким Кириллыч и Кищу Моисеевну. Она ему как сыновья, да без вести пропавшая, киська мы одна семья. Вы тоже пострадавшие, вы тоже пострадавшие, а значит, обрусевшие. Твои безвинно павшие, мои безвинно севшие. Я ушел от пеленок и сосок, поживал, не забыть, не заброшен. И дразнили меня недоносок, хоть и был я нормально доношен. Маскировку пытался срывать я, пленных гонят, чего ж мы дрожим? Возвращались отцы наши братья, подавав по своим да чужим. У тети Зины Толчка с драконами да змеями, да у папа Вовчка отец пришел с трофеями. Трофейная Япония, трофейная Германия, пришла страна Ливония. Сплошное чемодание взял отца на станции, погоны словно цацкие. А из эвакуации толпой валили штатские. Огляделись они, оклемались, похмелились, потом протрезвели и оплакали те, кто дождались. Не дождавшиеся отревели. Стал метро рыть отец Витькин с Генкой. Мы спросили, зачем он, в ответ: мол, коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет. Пророчество папашина не слушал, Витька с корешем из коридора нашего в тюремный коридор шел. Он всегда был сборщиком, припрут к стене откажется. Прошел он коридорчиком и кончил стенкой, кажется. Но отцов свою мы, а что до нас касательно, даже и засматривались мы вполне самостоятельно. Все от нас до почти годовалых то коричневели, то кровянки. А в подвалах и полуподвалах ребятишкам хотелось по танки. Не досталось им даже бабули, ревесухи жили до души. Не рискнуть, не дерзнуть, но рискнули из напильника сделать ножи. Воткнутся в легкие, от никотина черные, по рукоянке легкие, в трехцветные наборные, или дела обменные, сопливые острожники. На стройке немцы пленные, на хлеб меняли ножики, сперва играли фантики в пристенах с крахоборами, и вот ушли романтики из подворотен ворами. Было дело, и были подвалы. Было время, кто помнит, и цены снижали, и текли куда надо каналы, и в конце куда надо впадали дети бывших старшин до майоров, дали до высших рот поднялись, потому что из тех.
Точнее,